Пришло время поговорить о здоровье. Меня зовут Инесса Панченко. Здравствуйте. Есть мнение, что болезни уха, горла, носа принадлежат к разряду детских, а взрослый человек может не обращать внимания на внезапный насморк или неприятные ощущения при глотании. Поэтому при возникновении дискомфортных симптомов в ушах или носоглотке многие люди не спешат посещать врача, а занимаются самолечением, используют народные бабушкины средства, ну или же бесконтрольно принимают лекарственные препараты. Кроме того, реклама всячески пропагандирует чудодейственные средства от ангины и насморка, приняв которые можно не ходить к врачу и переносить болезни, не отходя от рабочего места. Как ко всему этому относиться, узнаем сегодня у нашего эксперта. В студии программы «Здоровье» Николай Волов, врач-отоларинголог, челюстно-лицевой хирург амбулаторного центра номер один, кандидат медицинских наук. Добрый день. Добрый день. Скажите, пожалуйста, насколько опасно лор-заболевание и стоит ли так беспечно к ним относиться? Ну, вот сейчас очень хорошее время поговорить об этом в связи с тем, что актуальность в холодное время года намного возрастает. То есть детские коллективы, дети выходят в школы, студенты идут в институты, в техникумы. То есть крупные коллективы встречаются в замкнутых помещениях. И, конечно, концентрация вирусов, микробов в воздухе возрастает. Дети все лето, все каникулы находились в разных местах, и поэтому набрались разных микробов. И теперь они ими делятся. Учитывая скачки температуры, разницу между помещением и улицей, то есть разница может быть в 20-30 градусов, то есть это достаточно явный такой стрессовый фактор для иммунной системы, для защитных свойств слизистых оболочек. И первые органы, которые принимают вот эту нагрузку повышенную, это, конечно, нос, околоносовые пазухи, носоглотка, то есть верхние дыхательные пути. И первично ставится, конечно, таким людям, которые получили вот это, подверглись атаке вирусной, микробной. Это первое, что страдает, это нос, околоносовые пазухи. И здесь возможно как выздоровление, так и осложнение в виде гайморитов, этмоидитов, фронтитов, то есть поражений, воспалительных поражений околоносовых пазух. Эти осложнения достаточно имеют яркую клинику, особенно когда болезнь появилась впервые. Первичных пациентов, конечно, лечим консервативно. В амбулаторном центре специально разработаны курсы лечения, основанные на стандартах и как мировых, так и наших отечественных. Вот. Когда человек регулярно болеет в одно и то же время, допустим, несколько даже раз в год, поражением околоносовых пазух, гайморитами, например, здесь, конечно, уже нужно искать причину, предрасполагающие факторы, такие как искривление перегородки носа, вазомоторный ринит, кисты в околоносовых пазухах и многие другие анатомические дефекты, которые делают нос и околоносовые пазухи более уязвимым для воспалительных заболеваний. Ну, на втором месте, с которым сейчас в данный период обращаются люди, то есть в холодный период, на втором месте стоит заболевание глотки. То есть здесь перекрест дыхательных и пищеварительных трактов. То есть здесь сразу нагрузка и со стороны пищи, и со стороны воздушных масс. То есть человек получает микробов сразу по двум каналам. И здесь в первую очередь реагирует на этом уровне верхних дыхательных путей, реагирует более ярко нёбные миндалины, гланды в народе так называется. То есть люди, имеющие хронический тонзиллит, имеют рецидив заболевания, ангину, вот, усиление симптоматики хронического тонзиллита. Вот эта группа больных тоже, больше этих пациентов именно в осенне-зимний период, в начале весны. Вот с такими пациентами мы имеем дело в этот сложный период.
То, что вы сказали, как раз, наверное, и заставляет задуматься о том, стоит ли беспечно относиться, например, к боли в горле или там, к появляющемуся время от времени насморку, и все-таки обратиться лучше к специалисту, чтобы выяснить причину. Конечно, осложнения, которым приводит хронический процесс в околоносовых пазухах, достаточно опасны для жизни. В связи с анатомической близостью пазух околоносовых таким важным органам, как глаз, как головной мозг. Лимфатический отток, венозный отток из пазух идет в сторону глаза и в сторону черепа, то есть в сторону головного мозга, точнее, в сторону головного мозга. Поэтому здесь опасность в внутриглазничных и внутричерепных осложнениях. То есть это как флегмона глазницы, ну, начинается все с отека мягких тканей жировой клетчатки глазницы и может даже привести к слепоте, такое осложнение. Вот. И внутричерепные – это менингиты, это абсцессы мозга. То есть, ну, тоже достаточно неприятные вещи, которые угрожают жизни пациенту. Ну, кто-то сейчас, наверное, слушает и скажет, ну, доктор, у него профессия такая, пугать людей. Мы должны предполагать самые нехорошие развитие ситуации для того, чтобы их избежать, предотвратить их. Для того, чтобы начать лечение, требуется, конечно, наверное, досконально обследовать и понять, в чем же причина. Но можно предположить, что все эти органы, о которых вы говорите, они находятся где-то глубоко внутри, и так вот визуальным наружным осмотром вряд ли можно понять, что происходит в организме на самом деле. Поэтому, очевидно, в вашей работе требуется какое-то серьезное диагностическое оборудование. Да, конечно. Существуют стандарты оказания медицинской помощи и обследования пациентов с патологией околоносовых пазух. Вот в эти стандарты внесены минимальные обследования. Вот. Ну, в связи с, наверное, так как стандарт предлагается вообще для всех, вот. Но в нашем случае, в амбулаторном центре номер один, мы опираемся на данные компьютерной томографии. То есть у нас установлен челюстно-лицевой узкофокусный компьютерный томограф, который дает очень маленькую дозу облучения, что позволяет нам широко его использовать в нашей практике. И в то же время дает очень высокую точность. То есть для лор-патологии, для через лицевой хирургии, для стоматологии, это сейчас является золотым стандартом. Николай Вячеславович, я думаю, что стоит, наверное, сейчас увидеть то, о чем вы говорите, прежде чем мы продолжим разговор. Давайте посмотрим сюжет. В современном мире дентальная компьютерная томография стала неотъемлемой частью ежедневной практики стоматологов и хирургов. В амбулаторном центре номер один исследование проводится на новейшем дентальном компьютерном 3D-томографе, который по праву считается лучшим в своем классе. Компьютерная томография – это метод рентгеновского исследования, при помощи которого можно уточнить детали, получив компьютерные срезы любой области человеческого организма. Данный метод исследования позволяет увидеть патологические изменения зубов, лицевых суставов, околоносовых пазух, полости носа, структур среднего и внутреннего уха. Ваша задача – сидим спокойно, дышим как обычно. Ничего не боимся, ожидаем. Чаще всего с травмами обращаются, естественно, мужчины. Как правило, большую часть – это спортсмены. Женщины обращаются для планирования пластических операций, коррекции челюстно-лицевой области, носа. А стоматологи к нам направляют пациентов, как правило, перед сложными хирургическими вмешательствами или имплантацией. Преимуществами трехмерной компьютерной томографии по сравнению с другими методами рентгенодиагностики является то, что при данном исследовании объект сканируется полностью. Трехмерный снимок представляет собой точную копию всей сканированной области. И даже в отсутствии пациента специалист может изучить любой интересующий его объект в рентгене во всех плоскостях на любой глубине.
В дентальной компьютерной томографии прослеживаются все патологические процессы, а также существует режим фильтрации рентгеновских теней от металлических конструкций, коронок, мостов, имплантов для максимальной точности анализа. Подобных снимков на компьютерном томографе можно делать до 15 в год. Доза облучения приравнивается к одной флюорографии легких. По продолжительности обследование занимает всего 30 секунд. После получения результатов врач решает вопрос о дальнейшей тактике лечения. Николай Вячеславович, такой очень сложный аппарат, сразу, в общем-то, нетрудно это понять. И насколько часто, вот как эффективно он применяется, насколько часто? Ну, он применяется вот нами уже на протяжении 6, наверное, даже чуть больше лет, именно в нашем центре. Раньше нам приходилось пользоваться более тяжелым оборудованием, отправлять пациентов в другие больницы, где стояли и стоят до сих пор общеклинические томографы. То есть это хороший томограф, который позволяет все тело исследовать. А нам это не нужно. Нам нужно меньше нагрузку на пациента дать, лучевую, чтобы, возможно, было повторное проводить исследование во время операционного вмешательства, после операции, то есть в послеоперационном периоде. Вот. Поэтому нам более нужен, более востребован для ЛОР и ЧЛХ именно вот такой томограф, челюстно-лицевой томограф. Вот. И вот такими томографами, вот последний раз я принимал участие в октябре месяце, был большой симпозиум в Панаме. Город Панама-Сити, это Центральная Америка, и там собралось достаточно сильные хирурги, и ни на одном из докладов мы не видели ни одной рентгенограммы. То есть рентгеном уже никто не пользуется много-много лет. Используют именно компьютерную томографию. То есть компьютерная томография, это без томографии в нос никто уже не пытается заглядывать. Потому что очень хорошо, когда есть эндоскоп, он нам помогает разглядеть полость носа. С помощью эндоскопа мы можем качественно проводить операции, то есть это визуализация во время операции. Без эндоскопа, понятно, тоже операции сейчас в современных клиниках за рубежом не выполняются. Вот мы работаем по этому же стандарту. Вот. С эндоскопами и с компьютерным томографом также дружат. И сейчас и стоматологи стали все больше работать. Работают нейрохирурги. Вот. То есть это уже стандарт не только для лор-врачей работать на основе данных компьютерной томографии и эндоскопической уже визуализации. Вот это уже и для нейрохирургов стало обыденностью. Вот. Но, к сожалению, не все еще владеют этой техникой. Ну, это вопрос времени. Кстати, о техниках и методиках. Вы сказали, что были на крупной международной конференции. А насколько вообще быстро развиваются методики именно вашей области? И успеваем ли мы за ними? Да, вот амбулаторный центр очень хорошо успевает. То есть я ничего сейчас не вижу такого, что нет у нас. А смысл посещения вообще этих конгрессов и конференций, которые проводятся, вот в этом году я две посетил, в Праге и вот в Панаме-Сити. Вот, и смысл, здесь уже речь идет о мелких деталях. То есть эндоскоп уже используется, ну, около 30 лет, и компьютерная томография уже тоже, уже, наверное, лет 20 точно. Вот. Поэтому большого такого серьезного скачка нету. Но техника усовершенствуется, усовершенствуется инструмент и оттачиваются методики. И вот мы встречаемся для того, чтобы делиться какими-то нововведениями. То есть какие-то моменты в операции, как сделать по-другому, как сделать более качественно, менее рисково. То есть сейчас все сводится к тому, что наименьшей травмой получить хороший результат, то есть наилучший результат. То есть минимальная травматизация, минимум разрезов и при этом попадание в
точку. Поэтому должна, прежде чем идти оперировать, нужно знать все о средней трети лица, если мы говорим о носу и околоносовых пазухах. Вот. То есть, владея полной информацией, владея хорошим инструментом, эндоскопическим оборудованием, мы можем уже гарантированно идти, то есть из точки А в точку Б. Человек имел проблему, проблема уничтожена. То есть вот речь идет о вот такой функциональной хирургии. И каждый раз, казалось бы, разговор поднимается на те же темы, то есть одни и те же, да, сопливые, недышащие носы. Но сколько в этом все, сколько причин, сколько деталей, сколько мелочей. А все ведь дело в мелочах. То есть, не зная какого-то хитрого момента в операции, может вся операция пойти на смарку. Вот. Так что вот такие тенденции. Хитрые моменты узнаются, наверное, больше практикой, чем теоретическими какими-то моментами. И так, моментами. И так. И практика, и обязательно теория. Теория вот именно на конгрессах, на симпозиумах собираются люди, которые не стесняются поделиться информацией, своими успехами, и это в реальном времени все показывается, и все операции, вот эти тонкости операционных техник. Вот. И здесь смешанные практики и теории самое лучшее, что для медицины и нужно. Вот вы говорили, что когда называли патологии носа, говорили о искривлении перегородки. Угу. И это явление, насколько мне известно, достаточно распространенное не только у боксеров, там где-то дали в нос, и она искривилась. А бывает у кого-то и врожденная есть, и я не ошибаюсь, и в общем, каким-то образом она искривляется. Вот до недавнего времени существовало мнение, что это очень травматичная, очень болезненная операция, после которой очень долго приходится реабилитироваться. Как на сегодняшний день? Операция, ну, во-первых, причины возникновения искривления, как правильно вы перечислили, это и травмы, это врожденное искривление. Это искривление, может быть, перегородкой очень часто связано с тем, что перегородка носа быстрее растет, чем остальной лицевой череп. И она не помещается, поэтому появляется ее искривление. То есть причин достаточно много, о них можно лишь догадываться, вот, и это не важно. Не все кривые перегородки нужно оперировать. То есть нужно оперировать только те перегородки, которые в первую очередь касаются боковой стенки носа. Это 100% показание. То есть серьезно уменьшают просвет той стороны носа, в которой она смещена. Вот. То есть вот такие 100% нужно оперировать. А какие-то незначительные искривления, их трогать, ну, на мой взгляд, и не только на мой взгляд, многие специалисты так считают, не обязательно трогать слегка искривленную перегородку. Вот. Это раз. В плане операции. Да, вы же не берете долото и не начинаете колотить по носу. Долото – это такой, знаете, инструмент, есть колесо, которое придумано очень давно, да, однако же мы до сих пор пользуемся колесом. Вот. Есть вещи такие, как скальпель, то есть какой-то хирургический инструмент, он универсальный. Если нужно, можно и долото взять в руки. Вопрос в другом. Вопрос в обезболивании. Вот сейчас появились очень хорошие, если раньше, откуда вот эти вот все рассказы, что там стучали по голове, все это страшно. Mm-hmm. Просто раньше работали под новокаином. Это очень слабая анестетика. Сейчас на вооружении у нас очень много появилось различных анестетиков, которые в 100, там, в 90 раз сильнее, чем новокаин. Поэтому здесь вопрос только обезболивания. Не важно, чем делать, важно, как обезболить. Это раз. Второе. Есть варианты работы на перегородке. То есть можно делать классическую операцию, при которой мы идем через всю площадь перегородки. А есть варианты щадящие, то есть выходить на конкретно искривленный участок, изменять его, там что-то удалять, что-то отрезать, что-то, может быть, выкусить. И этого будет достаточно. То есть не обязательно стремиться к тому, чтобы перегородка должна, чтобы она
была идеально ровная. Да, это же не конкурс красоты. Да, она внутри, ее не видно в любом случае. Самое главное, чтобы она соответствовала боковой стенке носа. Если она соответствует боковой стенке, то есть она ей параллельно проходит, вот это и достаточно. Мы все асимметричны, то есть у нас левый глаз одной величины, правый другой. Если вот внимательно все замерить, мы оказываемся очень несимметричны. Ну не расстраивайте меня. Поэтому искать симметрии в каком-то конкретном анатомическом органе, да? Ну не органе, а какой-то структуре анатомической, ну это бессмысленно. То есть нужно в комплексе смотреть, то есть весь ансамбль полости носа рассматривать. Вот так. Хорошо. Вот операция, о которой мы сейчас говорили, и, наверное, множество других. Есть такие операции, которые, ну, не требуют какой-то срочности, да, вот что сегодня к вам пришли, а завтра нужно оперироваться. Существует, наверное, какая-то плановость. И вот в связи с этим сейчас наступает зима. Какие операции стоит делать именно в это время года, и какие не стоит откладывать на лето? Это вы очень правильно сказали про то, что существуют экстренные операции и плановые. Вот вообще осенний, зимний, весенний период – это очень хорошее время практически для всех операций в связи с тем, что у нас капилляры по сравнению с временем, с теплым временем года, капилляры мелкие, они сужены. А в жару они расширяются. Поэтому летом, конечно, оперируем, много. Вот. Но операции, которые можно перенести, мы переносим на осень. То есть это какие операции? Во-первых, это поверхностные все операции, которые связаны, например, удаление родинок, папиллом, блефаропластик, то есть удаление избытка век. Верхняя блефаропластика, нижняя. То есть там остаются тонкие разрезы. Если эта операция выполнена зимой, эти разрезы будут не видны. Летом, тут есть, конечно, варианты. Приходится иногда делать и летом. Человек ищет время, может найти время на такую операцию, только, допустим, в отпуск. Вот. Человек приходится, ну, 2 месяца ходить в темных очках, чтобы не попадало солнце. То есть все операции связаны с поверхностными разрезами, вот, удаление всякой мелочи на коже, то есть папилломы, жировики. Вот все вот эту группу операций нужно делать, пока солнца нету, то есть пока оно слабенькое. Вот это как раз вот период холодного времени года, то есть и осень, и зима. Начало, то есть март, это уже крайний срок, потом уже лучше отложить на следующий год такие виды операции. Это мелкие операции, они обычно ждут. То есть тут никакой спешки нет. Поэтому они называются плановые. В плановом порядке они выполняются. Ну, вы с медицинской точки зрения нам обосновываете, почему в это время года. А есть еще другая точка зрения, что летом отпуск, купаться, загорать и так далее. Зачем тратить время на то, чтобы ходить там, и такой момент реабилитироваться? Тоже, да. Ну и еще раз хочу акцентировать внимание, Николай Вячеславович, речь идет все-таки о лице, о том, что видно, о том, где хочется красоты и хочется, конечно, малой травматичности. То есть вот на сегодняшний день правильно я поняла, что все операции у вас нацелены именно на минимум разрезов, минимум травм? Да, да, то есть даже вот пластику носа мы выполняем. В нашем центре выполняется только закрытым доступом. То есть мы не делаем никаких наружных разрезов. Это все делается внутри. И минимально травмируя окружающие ткани. Вот. То есть на это нацелена вот основная сейчас тенденция всего мира. То есть снизить риски. Операционные тоже это важный момент. То есть, чтобы не причинить вреда. Вот, то есть, на это мы очень ориентированы. Сейчас уже вот практически совсем чуть-чуть до Нового года остается. Как всегда хочется, знаете, в декабре новостей, а вот что нового, что интересного. Вы уже рассказали о том, что побывали на очень интересных двух конференциях. Какие еще новости произошли в вашем амбулаторном центре с того момента, как мы виделись последний раз, а уже прошло некоторое время?
Да, прошло достаточно много времени. У нас открылся второй центр в Самаре на улице Дачной. Это ориентир Айсберг, торговый центр. Вот. То есть мы там открыли. То есть центр открылся летом, прошел лицензирование и начал работать. То есть мы идем навстречу нашим пациентам. Многим тяжело добираться до физкультурной и удобнее, допустим, проводить лечение в городе Октябрьский, Ленинский район. Вот. Для этого мы открыли на Дачной филиал нашего центра. У нас работают наши же врачи. Вот. Там организовано современный лор-кабинет, то есть самое современное оборудование там, лор-комбайн установлен. И также у нас там открыто отделение косметологии, тоже с современным оборудованием, стоит фотоэпиляционная система, система для омолаживания лица и различные другие косметологические моменты, которые необходимы для того, чтобы сделать человека красивее, моложе. Вот, то есть, вот такое отделение на Дачной 2. Но исходя из того, что вы говорили о сложном оборудовании, которое установлено в ваших центрах, предполагается, что и специалисты, которые работают с ним, должны быть очень высокой квалификацией, да? Каким-то образом вы же подбираете сотрудников? Конечно, конечно. Сотрудники проходят постоянные тренинги. То есть это, во-первых, у нас принято так, что если кто-то делает наилучшим образом операцию, вот этот вид операции именно этот человек и будет mm-hmm. выполнять. Вот, это первое. Второе, остальные врачи обязательно участвуют в этих операциях, ну, как зрители, как помощники, как ассистенты, для того, чтобы иметь общее представление о ведении таких операций. Дальше наши врачи постоянно проходят обучение. И если такие вот курсы проходят, даже в Самаре проходят, и в Самаре проходят интересные очень мастер-классы. В Москве, в Санкт-Петербурге, в Казани и также за рубежом. То есть мы постоянно повышаем свою квалификацию вот этими поездками, прохождением дополнительных обучений, которые вообще не требуются, казалось бы, да, ну, то есть не лицензионная палата, это не Минздрав не требует, но это приветствуется. Останавливаться нельзя, конечно, все равно в вашей профессии. Приветствуется, это от этого зависит качество оказания помощи, и чем оно выше, тем лучше мы живем. Ну что, Николай Вячеславович, огромное спасибо за то, что вы пришли к нам в студию. Вы сказали, что вот некоторым пациентам неудобно на физкультурной лечиться, удобно в центре, а у нас город большой, кому-то удобно еще и на Красной Глинке, кому-то удобно в другом месте, так что, в общем-то, вам, наверное, расширение вашей сети. Итак, лор-органы чрезвычайно важны для здоровья всего организма. Они находятся в непосредственной близости от головного мозга, поэтому любые гнойные заболевания носоглотки таят в себе угрозу для здоровья и даже для жизни, о чем, собственно, мы еще раз услышали, узнали сегодня. Относитесь к ним внимательно и будьте здоровы. До свидания. Послушай меня. Иди уже в амбулаторный центр номер один. Там тебе нос починят. Не дышит нос? Ответ один. Иди в амбулаторный центр номер один.